Он очень красивый, у него очень офигительный черепок. Черепок у него просто офигительный. Это что? Это что? И это что? Ё-моё, это что такое? Просто так все это... Оксана, Оксана, сыграй. Да ты прикалываешься. Внимание, равновесие станции нарушено. Пройдите в Так. Эй, есть тут кто? Да никого нет, божечки, сядь. Капец, только так напугали меня, что тут такой прям этот, чужой прям такой прям офигительно злой. Офигительно он за мной будет бегать. Так, Е, использовать. Раз. Два. Три. Давай. Заработала. Я не знаю, как он выглядит. Нет. Доброго вечера, Ксюш. Ждала. Рома, привет! Рома, привет, божечки! Выключи камеру, иначе буду просто орать, я буду просто вот такое лицо, а такое, боже. О, револьвер, ну это прям вообще на худой конец. Вот мне интересно, меня так пугали этим чужим, прям обосруньки Гетоксана будут, прям конкретные. Что-то я пока ничего не вижу. Он как этот динозавр вылупляется из этого, из кокона, видели, да, он там просто такой, весь такой, весь такой вылазит такой, ты меня красотка не ждала, говорит. Так, ребята, на этом все. Мы будем заканчивать, да. Там шкаф есть. Там шкаф есть. Я посижу вот тут. Он очень красивый, у него очень офигительный черепок. Черепок у него просто офигительный. Это абсолютно не то, что подсказки, это советы. Это советы. Я бы не советовал. А на этом у меня все, ребята. Спасибо вам за лайкусики. И всем спокойной ночи. Пока-пока.